Где мой фиксик? Ребята, мой фиксик куда-то пропал. Я не знаю, где он. Ну ладно, в принципе, не надо раскисать. Пару дней назад я заказал новую ловушку для фиксиков. И вот она должна прийти с минуты на минуту. О, а вот и она. О, здравствуйте. Здравствуйте, вот ваша посылка. О, отлично, а что там? Письки. Письки? Писюны. Писюн? Члены. Член? Да я откуда знаю, что у вас там вообще... Пользуйтесь, дебилы. Ну ладно, какой-то бешеный. Главное, что посылка пришла. Итак, нам уже что-то пришло, давайте посмотрим, что это такое. Какая-то банка для чего-то. Что это такое? Зачем это все? Где мои писюны? Я хотел письки, хотел члены. Ладно, ребят, нам пришла посылка на ловушку от фиксиков. Нить, нам очень она понадобится. Наверное, сколько, чтобы было безопаснее, хотя я до конца в этом еще не уверен. Банка. Я просто отложу. И эти штуки, веточка. Веточка, которую мы будем ломать. И все. Ну и переноска, ведь фиксики очень любят есть энергию. Что они вообще будут делать, если не будет энергии? Голодать? О боже. Это очень опасно. Итак, ребята, теперь мы делаем нашу собственную ловушку. Это будет очень опасно. И все такое, короче. Так, ребята, нам надо вставить в розетку нашу переноску. Блин. Да чё ж такое? Попал! Есть! Только лайс тоже попал. Все, теперь мы будем ждать до следующего утра. Увидимся следующим утром. До следующего утра. Что? Ну какого черта? Почему ловушка не сработала? Что случилось? Я не понял. Не понял. Почему оно лежит, а не включено? Я же включал вроде вчера. Что же вчера тогда было? Кто его выключил? Какой дебил его посмел выключить? Что это за фигня? Мне надо чайник сделать. Вот, это мне вообще нафиг здесь таки не надо. Все, пусть будет. Черт, опять придется ждать следующего утра. Поотключаем. Блин, ты серьезно? Да что с тобой не так? Ну попали. С первого раза, как батика. Ладно, все, ребята, ждем следующего утра. Пусть еще одно следующее утро. Ребята, нам попался два фиксика, смотрите, вот они, вы видите, они вдвоем, они вместе. Там их два фиксика. Ого, это круто. Ладно, давайте же будем на них смотреть поскорее, я уже просто не знаю, что делать. Ребята, я поймал целых двоих фиксиков. Теперь надо аккуратно, очень аккуратно их открыть, чтобы они, главное, не сбежали. Ого, это круто. Первый фиксик. И это никакой не ржавый болт, это реальные фиксики. И вот, смотрите, второй фиксик. Он тоже не ржавый, не надо мне втирать. Это ржавый болт, ты сам как тот болт. Это не болт, это фиксик. Я думаю, пришло время построить для наших фиксиков целых двоих дом. Я их попробую закрою, чтобы они не сбежали, а то они могут, они еще то. Один уже у меня, он был сбежал, к сожалению. Ну ладно. Теперь мы будем делать дом для фиксиков. Вот в этом террариуме будут жить наши фиксики. Это просто суперский террарий. Осталось им только поставить там домики. А вот и домики для их. Я думаю, им понравится. Ладно, настало время, пришло запустить туда наших фиксиков. Вот сюда один фиксик положим, сюда второго, и все. У нас теперь живут здесь целых два фиксика. Это просто суперски. И пришло время проверить, ли они реально рабочие. Для этого нам понадобится исправить мой пульт. Да, ребят, реально зацените, пульт не рабочий. Я вот уже клацаю, сколько всего, а оно тупо не работает. Да еще без звука. Это жесть. Как с таким пультом можно жить? Вот сейчас мы проверим на наших фиксиках. Итак, давайте закинем фиксикам мой пульт. И проверим, ли они справятся с этим заданием. А мы придем ровно через час, фиксики. Я жду, чтобы вы сделали пульт. Понятно? Все. Так, забираем наш пульт, чтобы проверить, где он рабочий. Направляемся к телеку. Ребята, смотрите,
фиксики исцелили мой пульт, он теперь работает. Я могу переключать по каналам, добавлять звук. Ой, уйди, я не люблю новости. Нет, там всегда что-то плохое рассказывать. Я люблю фиксиков, мультики, фиксики. Где фиксики, я не знаю. Что это за чмо? Ну, Спанч Боб тоже нормально. Ладно, спасибо вам, фиксики. Что ж, ребята, поскольку мы убедили, что фиксики реально настоящие, они мне починили пульт, как же они, может быть, не настоящие? Мы попробуем им дать что-то и другое, чтобы они починили. К примеру, клавиатуру. Почему бы и нет? Она уже давно не рабочая. Так, фиксики, держите мою клавиатуру, вам надо ее починить, желательно быстро. Но, в принципе, держите также и ноутбук. Ну, в принципе, еще один ноутбук тоже держите, я не знаю, что еще. Также вам подойдет еще чайник, чтобы починить. Это все нерабочее. Почините. Только не стерьте, пожалуйста. Что ж, ребята, на этом все. Фиксики, надеюсь, починят это, а мы к ним вернемся через дня два. Да, думаю, это будет правильно. Надеюсь, они успеют. Слышали, фиксики, у вас здесь ровно 2 дня. На этом все, ребята. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. С вами был Сергей Ванис. Всем пока. Эй, братан! Или может ты сестра, но мне не важно, это ведь ты моя родня. Подпишись на канал, чтобы видео не потерять. Лайк поставь моим нелепым рифмам, и тогда на удачу ты получишь 100 литров. 100 литров.